Как стало известно, мужчина 28 августа этого года выехал поездом в направлении Сочи, после чего перестал выходить на связь. Местонахождение его неизвестно. Приметы – рост 180 сантиметров, плотного телосложения, лицо круглое, волосы светлые, прямые, короткие. Был одет в темно-серую футболку, синие шорты в мелкую клетку, черные шлепки. Особые приметы отсутствуют – передний зуб. Страдает потерей памяти, ввиду чего может вести себя неадекватно. Если вы что-либо знаете о местонахождении Прокопьева Дениса Владимировича, просьба сообщить в отдел уголовного розыска Сочинского линейного управления по указанным телефонам.